По оценкам полиции, в Париже в республиканском марше единства могут принять участие около миллиона человек. В столицу Франции прибыли лидеры и главы государств около пяти десятков стран. Россию представляет министр иностранных дел Сергей Лавров. Среди приглашенных президент Украины, главы правительств Евросоюза, руководители НАТО и Совета Европы, премьеры Израиля и Палестины, король и королева Иордании, США представлены министром юстиции Эриком Холдером. Участники пройдут тремя маршрутами от площади Республики до площади Нации. Французское МВД разработало план обеспечения безопасности марша. Порядок охраняют несколько спецподразделений жандармерии, 5500 сотрудников полиции, а также около 1300 служащих армии. А по ходу движения колонн размещены сотни снайперов.